твой вечный дух хранит, твоя защита да пребудет с нами. Твой путь земной был тернием увит, но путь небесный выстелен цветами. Пусть вотчину хранит твоя любовь, питая души нам духовной силой, и пусть к твоим ногам ложатся вновь цветы от всей Твери и всей России. Рокот зорниц, грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная высь, здесь под покровом небес. Лежит мороз, гонит добычу весь день, но стужу держит в узде дым деревень. Намела сугроба пурга, дочь белозубой зимы, здесь в окоеме снегов выросли мы. Точит семя рты, да, гнет ермова сурман, но в наших венах кипит небо славян. И от чудских берегов до ледяной Колымбы все это наша земля, все это мы. Топоры, буйные головы сечь, но и народцам кольчугой звенит русская речь. И от перелесков до звезд выспится белая рать, здесь в окоеме снегов нам помирать. Нас точит чудским берегом до ледяной Колымбы. Все это наша земля, все это мы. Нас точит семя орды, нас гнет ермова сурман, но в наших венах кипит небо славян.
память о житии святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского, небесного покровителя и заступника Твери, бережно хранима многими православными поколениями. Вся история славных деяний Михаила Тверского, пролившего свою кровь, дабы уберечь от кровопролития народ свой, это история великой и жертвенной любви к людям, к своему Отечеству. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства Тверской области Андрею Владленовичу Белоцерковскому. Дорогие организаторы, участники, гости фестиваля, вот этот музыкальный фестиваль «Путь к возрождению» впервые проводится в Твери при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И цель этого фестиваля – взглянуть на духовную историю Твери, на культурное и духовное наследие, на место этого наследия в истории Руси, на те музыкальные и другие произведения, которые так или иначе были связаны с этой историей. 5 декабря является таким знаковым, важным днем для жителей Твери, Тверской области. Это в этом году 385 лет со дня обретения мощей Михаила Ярославовича Тверского, небесного покровителя нашей земли, очень почитаемого у нас исторического персонажа и святого, который был одним из первых, кстати, великих князей, одним из первых собирателей земель, который думал об объединении страны. Он был человеком, который совершил такой великий подвиг вот, за свою веру, за свою землю, за свой народ. И интересно, что у нас на нашей земле, конечно, имя Михаила Тверского, оно все более и более становится известным и вот из истории возвращается. Но задача состоит в том, чтобы вернуть это имя всей стране, России. Ведь Михаил Ярославович Тверской и его дядя Александр Ярославович Невский, это два были одни из самых почитаемых святых, и они были канонизированы одновременно. В 1549 году в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге их изображения висят вместе. В Грановитой палате Московского Кремля их изображения висят вместе. А вот 20 век он распорядился как-то своеобразно. Если Александр Невский стал символом нации, известный всем, то имя Михаила Ярославовича Тверского, оно, в общем, ушло практически в небытие и только сейчас возвращается. Вот задача фестиваля в том числе и состоит, чтобы вернуть духовные традиции, вспомнить о них. Именно в этом и состоит путь к возрождению. Ведь древние говорили, что духовность, она не в силе, а вот сила в духовности. Поэтому духовное возрождение, которое сейчас происходит, и отчасти которому посвящен сегодняшний фестиваль, это вообще-то должно сделать нас сильнее. Одновременно тут рядышком восстанавливается Спасо-Преображенский собор, который почти 6,5 веков был главным кафедральным храмом Твери, тоже символом. И вот следующий год, он является годом 700-летия такого мученического подвига Михаила Тверского, который будет широко отмечаться на нашей земле, и наша задача состоит в том, чтобы вернуть полностью к нам это имя и все, что связано в истории. Ну и самое главное, сделать это достоянием всей России. Я хочу поздравить всех нас, что вот на Тверской земле такие замечательные события происходят, как в том числе и сегодняшний, я думаю, что собравшиеся здесь зрители в этом убедятся. Ну и хочется верить, что мы действительно находим на правильном пути к возрождению.
Поздравляю нас с вами с этим. Спасибо, Андрей Леонидович. Мы приглашаем на сцену заслуженного артиста России, почетного гражданина города Твери, председателя общества Михаила Тверского, награжденного крестом святого Михаила Тверского, Георгия Николаевича Пономарева. Прозвучит отрывок из повести Георгия Пономарева «Отечество любец Михаил Тверской». Финал Бартининской сечи. И татары, уже отступая в свой стан, все поверить никак не могли, что позорно бегут от покорных славян, что здесь славу свою обрекли. А потом уже в темноте поле боя Михаил при факелах объезжал, и сжималось сердце его от боли, вид погибших душу ему терзал. Боже, сколько ж по моему приказу русской крови пролилось сегодня! Господи! Буду ли я наказан? Был ли смысл жестокой бойни? Его тогда поразила фигура одиноко согбенного мужика. Над татарским мурзой он качался понуро, как от легкого ветерка. А увидев князя, он вдруг поднялся. Лицо было юное и мокро от слез. «Что ты делаешь, Русич? Почему разрыдался над трупом того, кто нам рабство принес? Я один. У меня никого не осталось. Все порублены были на моих глазах. Я уже издыхал. Вновь мне чудом досталась эта жизнь, чтобы я помнил об отцовских слезах. Князь, прости, я не верил, что мне доведется не бежать от татар и не прятаться в лес, что увижу их спины. Это же как солнце, что внезапно сквозь тучи блеснуло с небес». И Михаил понял. Устами этого отрока ему ответил Всевышний: «Не напрасно пролилась кровь русичей, ибо они сегодня, пусть на мгновение, но приподнялись с колен и узнали, что Орду можно и нужно бить». Заслуженный артист России Анатолий Белый.
Из тьмы веков и беспощадных смут Всевышний свет един неугасимый, освобождает дух от скорбных пут. Судьба земли Тверской, святого сына. С ним Русь великий подвиг обрела, и Тверь покров небесный ощутила. Над отчею землей колокола звонят во славу князя Михаила. Неустрашим перед лицом врагов, в заступничестве был подобен тверди. Он дух скреплял могучей силой слов. Уверуй в твердь, не убоишься смерти. Родною кровью преданный суду, но в путь ведомый вылию Всевышний. Презрев клеветников своих орду, он принял гибель во спасение ближних. За мир и за покой родных могил живое сердце отдано отчизне. Но жив в молитвах княже Михаил, смерть победивший славой вечной жизни. Молитвы, как дыханием небес, тверские земли святы покровами того, кто пал невинно и воскрес, и на спасение наше уповает, и в память нам о мученике том в душе незаживающая рана, чей дух в преображении святом открыл иным сердцам дорогу к храму. Нам подвигом духовным Михаил вручил дары молитвенного слова и благодатью путь сей озарил, за нас молясь у вечного престола. И житие твое, и святость мук есть памятник надежды человечьей. Да будет жив твой освященный дух, и в тверди камня лик увековечен. И пусть, поднявшись под небесный свод, поют сердцам колокола тверские, и весть благая над землей взойдет, очистив верой помыслы людские. Oh,
Московский государственный академический театр танца «Джель». История каждого русского монастыря – это страницы, полные драматизма и высоты человеческого духа. История русской земли. Эти очаги святости неотъемлемы от жизни и деяний русских святых, которых мы почитаем как небесных покровителей России. Их подвиг веры веками питал народную жизнь. От их огня зажигала Русь свои лампады. Об этом свидетельствует история Свято-Успенского монастыря и уроженца Тверской земли, первого русского патриарха Иова. Тяжелые дни испытаний в одной пустынной местности, на Волзе, на Старице, среди векового леса, искали пристанище два инока, Трифон и Никандр, из Киевских пещер. Казалось, сама рука Божья привела их в это место. Пришли на урочище Старый Бор и стали там жить, и Слову Божье учить приходящих к ним. Иноки ощущали и чувствовали Божье присутствие. Так жили в мире, в единении с Богом. Лишь молитва давала утешение выстрадавшим, но верующим и надеющимся на Бога душам. И выстроена была часовня. Так образовался монастырь. А вокруг монастыря – селение для торжества православной веры, чтобы помогать верующим и страдальцам во имя Христова. Россия, ой, матушка Россия, е-е-е.
степь широкая, степь раздольная, ах ты, Волга, мать.
Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Сюда, к мощам преподобного, приезжают верующие люди и молят его каждый о своем. Ибо он наш предстатель перед Господом. Монастырь Нилова пустынь – достояние России. На месте аскетической кельи преподобного в конце XVI века возник монастырь, названный Ниловой пустынью. Это время – период становления и укрепления на Руси централизованного государства. Это время – когда открывали души для добра. Протоиерей Геннадий Ульянович, откройте душу для добра. Хотя бы на миг притворите, не ради звона серебро, вы слово доброе скажите. Я вас не смею заставлять, Господь и тот вас не принудит. Откройте душу, и как знать, от вас ведь точно не убудет. Победа в жизни так важна, но не над ближним, над собою. Душа вас прянет ото сна, и жизнь наполнится любовью. Откройте душу для добра, коли вам и совесть не забыта. Откройте душу для добра. Мое давно уже открыто. Откройте душу для добра. Для добра мое давно уже открыто. На сцене сводный хор и губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижер Андрей Кружков. Стихи протоиерея Михаила Гурова. Ода Нилу Столобенскому. Oh.
Братья, не в силе Бог, а в правде. Вспомним песнопевца, который сказал: «Одни с оружием, а другие на конях. Мы же имя Господа Бога нашего призовем. Они поверженные пали, мы же устояли и стоим прямо за Христову веру, за святую Русь-матушку. Вставайте, люди русские!» Александр Невский, родной дядя Михаила Тверского. Кто к нам придет с огнем, с мечом, падет во тьме заледенелый. Мы встанем все, к плечу плечо, Русь защитим. Святое дело, и лед пусть плавится, как воск, и пику ангел поднимает. И вновь победу русских войск хранит в веках земля родная. Жить мечом.
Thank you.